классике начинаем выращивание томатов в мешках большого урожая из теплицы, а именно с рассады. Рассаду для мешков выращивал в стаканчиках, специально отдельно отставлял, для того, чтобы они не путались именно с теми, которые после пойдут на огород. Так как работа в этом сезоне у меня разделилась на две части. Выращивание во дворе в мешках, ведрах и кастрюлях. И на огороде. У нас 30 соток, поэтому туда идет где-то на огород порядка 250-500 кустов, а во двор примерно там 20-25 в среднем. Теплицы мы добиваемся вот такой вот рассады. Как видите, чтобы она была как карандашик толщиной, чтобы была темно-зеленого цвета. И сейчас особо хотел бы заострить внимание на корневой системе, которую нужно выгнать для этого. Землю мы подбирали для этих стаканчиков с хоздвора. Набивали, сейчас покажу все это. Видите, корни пробили стаканчик полностью. А внизу видно, что уже как бы даже подошвы нет, потому что все обрела корневая система. Вот тут брали землю. У нас ходят курочки, есть козочки. Сюда с ранней весны накидывается много травы, они кушают, делают свои дела, перегребают все это. И тут очень питательная земля для непосредственно рассады. Поэтому удобрений у нас уходит минимум. Благодаря тому, что все, что тут есть, просто идет в стаканчик и дальше оно растет. При этом, как уже ранее видели, рассада не сгорает. Далее требуется полив, вовремя убрать сорняки и не пересушить землю. Вот это вот главное. В теплице стоит жара и надо следить за уровнем влаги в стаканчике. Это набитые мешки. Мешки набивались по тому же принципу, что и рассадные. Показывать процесс, наверное, смысла нету. Если хотите, отдельно пишите, я сниму сейчас осень, как это делается. И я не набивал специально полностью доверху, я оставлял вот, как показываю руками, свободное место для жидкости. То есть я его набил, пересадил в рассаду и полил. Земля постепенно уселась, тем самым корни лучше утрамбовались, и я получил лучшую проживаемость. По удобрениям можете видеть, я использовал жидкие, органически чистые удобрения, такие как Росконцентрат. В названии я не преувеличиваю, тут действительно там достаточно нескольких грамм на один куст. Но я их дробил, то есть если условно нужно 1,5 грамма на один куст каждые 10 дней, то я это количество делил по половине. Ну, давал каждую неделю. Из-за количества кустов у меня было это делить очень удобно и наглядно. Поливал 1,5-литровые бутылки. Брал ее, наливал не полностью полную и туда заливал, мерным стаканчиком отмерял нужное количество удобрений, заливал, закрывал крышечкой, хорошо взбалтывал, и эту бутылочку я делил полностью на все это количество кустов, которые есть. Либо же можно сделать в ведре, как показываю. Есть специальный ведра для химии, туда можно удобнее, так скажем, все это залить и после разлить по мешкам. Но тут уже надо делить. Если благодаря бутылке я проливал землю, увлажнял только после, проходился ведром, поливал примерно по литре жидкости на каждой, то там уже надо на глаз бутылки отмерять, как это все удобряется. Ну вот как результат видите. Каждый томат такой был весом от 350 до 400 грамм, примерно так. Вот на веса я не положил и не взвесил. Тут, конечно, минус. И хотел бы сейчас еще дополнительно показать, как выглядела вот у меня сама грядка, которая была построена во дворе.
томаты, перцы, баклажаны. В общем, там поместилось все то, что, в принципе, вам необходимо. И огурцы были. То есть, если у вас ограниченное пространство, и вы все же хотите иметь свои какие-то овощи, то вот такими вот, благодаря таким шагам, как описал ранее, можно получить шикарный урожай. И если у вас нет своей земли, то можно просто в любом агромагазине купить универсальную землю для растений. И она вам подойдет идеально для того, чтобы получить данный урожай. Так как в емкости земля служит скорее для того, чтобы держать корни и перерабатывать все эти питательные вещества, удобрения, которые мы даем. Но опять же, можно дать химию, и будет результат там красивее и ярче. А можно кормить органикой. Органические удобрения, как по мне, лучше из-за того, что они лучше перерабатываются растением и не наносят вреда нашему организму. Тогда как если мы возьмем ту же химию, непонятно сколько она там будет в земле, непонятно какие отложения будут в самом растении, хотя если брать по большому счету и верить в то, что пишут, то как вот, допустим, когда уже начинают наливаться помидоры, это алкалийное удобрение, калийно-фосфорные. Калийно-фосфорные, они выводят всю химическую часть, которая успела накопиться до этого. Если вы отмотаете видео ранее, то увидите, что там у меня стоял хилат железа. Хилат железом я обрабатывал по листу. Не часто. По-моему, всего-навсего два раза это сделал. За весь сезон. И результат перцев, баклажанов, томата вы можете видеть. Также посмотрите разницу, для чего это делается. Огород, это нестабильно. Это съемка с прошлого года, когда нас залило дождями. У нас были проливные дожди, которые у нас просто огороды стояли в воде, все овощи в воде. Ну, как получить что-то свое домашнее? Покупать в магазине, неохота. Потому что я не знаю, как там кормили, что давали. Вот такие вот нюансы возникают. А дома я прекрасно знаю, что это чистый вкусный овощ, который можно скушать, и он мне никак не повредит. При этом на огород надо заглядывать, выходить, интересоваться. А здесь все выстроено так, что я вышел с дома, прошел пару метров, и я уже на огороде. Сорняки убираются быстро, не надо никаких химикатов, надо просто следить за профилактикой от вредителей, и все получается. Вот такие черри у меня вышли. С данного куста вышло ведро мелких помидоров. Где-то так. Я точное количество не взвешивал, я просто помню первую партию, самую большую, которая вышла, там было 6 кистей по 8 штучек в каждом, и это было порядочно по весу. Я не ждал, пока полностью вызреет, так как сорт такой, что они наливаются постепенно, то есть сразу идут верхние, потом низ. Я их обрывал и взвешивал. Там вышло порядочное количество. А это же то, что осталось, я доснял. Как видите, я убирал лишние листы, делал посынкование. В результате понял, что этого делать не надо было по некоторым причинам. Я описывал в блоге такая дача на Яндекс.Дзене. Если будет интересно, пишите, я оставлю ссылку на статью. И при вас обрываю урожай. Я живу на юге, и цвет томатов у нас всегда вот такой. То есть даже жопки, они красные. Хотя, условно, если мы будем пользоваться химудобрениями, то можно цвет томатов сделать еще ярче, еще красивее. Но опять же, все зависит от ваших целей. Мне надо было большое количество томатов с куста. Мне надо было то, чтобы они были вкусные. И я не гнался за скоростью выгонки их. То есть, пускай
оно будет так, как написано по инструкции, чем я там получу их на 4 недели раньше. Хоть это и нереально, но я гнался более за качеством, нежели за вот такими вот показателями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы и до скорой встречи.